Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я ученик третьей ступени. Скажите, если сын является энергетическим должником своей матери, то выполняя эзотерические практики, у кого будут происходить изменения в жизни? Как правильно откупить себя? Хочется ведь жить своей жизнью. Если вы должник у матери энергетический, то вы должны откупать себя у мамы. То есть вы должны ей платить все время кэш или деньги, или делать подарки, или еще что-то делать. Я могу сказать, что я выделил определенную сумму денег, которая каждый месяц поступает моей маме. Я это сделал предумышленно, потому что я понимаю, что это может сделать или не может, а делает меня более состоятельным человеком. Так я выкупаю себя. А долг пожизненный, то есть это нужно делать пожизненно. Вариант никаких вообще вариантов. Вы дорого оцениваете свою жизнь? Дорого. Вот насколько дорого оцениваете, столько это и стоит. А что входит в жизнь? Все, что вы имеете на сегодняшний день. То есть смотрите, я и там имею это. Если все вместе собрать и сказать, сколько это стоит, то после этого я эти деньги для того, чтобы откупиться от матери, должен отдать финансово. Но я же этого сделать не могу. Таким образом, я фактически все, что я имею, это мой долг перед моей мамой. Вы представляете, за то, что и папой, за то, что они меня родили. Можно ли откупиться? Да, можно откупиться. Отдайте все маме.